знать перевод песни. Всем привет! Всем привет! А сейчас мы хотели бы сделать реакцию на альбом. Песня называется «Пара». Долгожданная реакция, на самом деле, да? Субтитры есть. Блин, я не могу смотреть на этот перевод. Ну что, костюмы красивые? Угу. Очень яркие, привлекают внимание, поэтому тяжеловато смотреть на перевод. И быстро меняется камера. Да, и как бы... Надо сначала послушать, потом сначала без перевода, а потом с переводом, наверное. И, короче, просто бросить надежду, познать перевод песни. Такая резкая смена, да? Очень-очень эпатажная, дерзкая. До этого все казахские группы или сольных певиц, которых я видела, они очень были похожи на певиц, которые есть в Корее. Ну, как бы, нельзя сказать, что они совсем отличались. Ну, очень уж были похожи. Как бы я не говорю, что это прям супер копирка, но просто, ну, одно и то же течение, поэтому, как бы, не похожими быть невозможно, но вот у Альбы совсем другой образ. Очень эпатажный для Казахстана. И, если честно, было такое ощущение, что что-то с Америки навеяло на самом деле. И очень было похоже на образ на Леди Гагу. И это неплохо. Ну, как бы, просто мне нравится Леди Гага. Я не знаю, как остальным, как другим людям, но... Уверенная, яркая, дерзкая. Ну, хочется смотреть и следить дальше. Мне понравился клип. Единственное, немножко музыка какая-то такая была, знаешь, как будто мало инструментов, что просто бум-бум-бум и все. Больше я тут ничего не запомнил. И были танцы, ну, как-то они немножко какие-то незапоминающиеся, слишком простые, вот. И у нее костюм был классный, он как-то менял. А вот когда они все вместе стояли, было как-то немножко, так сказать, слишком
В смысле, у остальных или у всех? Вот когда они встали, все там, сколько их, 7 или 8 человек, вот именно Бля. Такая картина была, что типа костюмы не были, ну, какие-то не очень. Ну, не знаю, мне так показалось. А так, сама как она выглядит, как она поет, в принципе, да, прикольно. Единственное, мне такая мысль пришла, что это, может быть, чья-то сестренка из 91, мне вообще показалось. Ну, не знаю. Не, я просто так подумал. Может, родственницы. Не знаю, у них вот совершенно разные, да, образы. И, конечно, просто вот если вспомнить песни, допустим, ну, такие песни, как у Леди Гаги, у нее тоже на самом деле аккомпанементов-то немного, на самом деле.